Только уже не в инсейне. Вначале циклу тяжелее, а потом и то легче. О. Слушай, я даже не знаю, так сделать или... Ладно, давай последний раз так. Я просто умирать начал. Надо да, аптечки нет, взять. Нормально. Аптечки. А, ты что, аптечки? Хотя бы здесь. Ну здесь-то что здесь? Тут тоже вроде дешевая. На монету дороже. Еще на монету, но... Че, не будешь покупать, да? Чем ли? Не, ну вот этой штуки у меня нету. Книжка тебе все дает. Хорошая штука, кстати. Не для меня. 11 уровень. Хочешь оружие? Да, давай. Да, действительно. Хорошая кнопочка. Просто я не помню, какая она. Вроде говорил, да. Так, 10-й, да? Отлично. Фигня. Да. Да уж. Волшебная палочка, плюс пикагильта, плюс одна пикагильта в воде. Вот я лучше вот этого возьму. Станет тогда всем хорошо. Да что ж я не могу эту комбо сделать, раньше делал. С синего же играл. Но... Корни, к сожалению, такие недалекие. Совсем недалекие. Прям уж печально. С другой стороны, не очень было затратно. О. А мы же в индустриальном замке еще не было. Потому что я никогда не спускался вниз, пока здесь не проходил. Так, что? Так, настало время попробовать это комбо. Чё? Урона нормально. А давай возьму. А кстати, я тебя догоняю. А потому что ты хит пробился. На лук поменять что ли? А тут что у нас? Животное или что? Не, это оружие. Окей. Мега прыжок. Вообще. После того, что было на 99-м. Блин, я скорость вообще что не качал. Все, я сейчас сольюсь, короче, здесь вот. Главное, чтобы мобы не стояли здесь. Нет, даже одному страшно. А, ну да, воскрешать. Ну, не знаю, я как-то воскрешал. Да, ты не можешь идти. Да. Ай. Хорошая шпага, кстати, для начала. Но для начала. Что? Опять я? Что-то я сливаюсь. Надо уже защиту мне делать. Однозначно. А то я увлекся своим уроном. Обычно всегда уже защиту делал.
иди ты сюда. Блин, сразу просто. Он сказал тебе нет. Не, его чуть не оглушает. Ему пофиг. Но он за живот берется. Не, я думал. Ну, урод. Да ёла. Знаешь, почему он меня не трогает? Потому что я его брат. Черт. А, нет, что-то... Монетка. Про братика серчал. Мало. Чё он такой к магии-то не восприимчивый, ну? Помоги мне. Мой брат наказывает. О, один. Что, серьезно? Отлично. Так, вот надо это сделать быстро. Плохо. Уже. Эффективно. Так, что? Так, задание, кто не смотрит? Я ударяю, если что. Ладно. Ага. Ага. Ну что ж. Ау. Че, уже что ли? Ну я ж бил вначале. Офигеть. Ну этого я уже. С пальцем это всегда проблемы. У меня, тем более. Он у меня раньше умирал. Это долго. Не, ну, можно, конечно, попытаться зафейлиться на этой ерунде, а на пальце нормально сыграть, вполне реально. Я опять щекой буду смотреть, да. Это даже не щека, это уже ухо. Послушал телескоп. Ну, она типа как-то увидела. Да. Вон он в телескоп смотрит. Еле-еле щурится. Она. Как? А почему стрелочка? Сам в шоке. Так я сейчас не засчитаю. Да ладно. А нет, засчитали. А чё за... Что за прикол со стрелочкой? Я сам не в курсе. Что-то новенькое. Просто решили стрелочку нарисовать. Это зря сделал, вдруг понадобилось. Да нет. Ну ладно, пусть одну бочку оставлю. Да, спасибо. Три уничтожил, одну оставлю. Блин, не дают почесать. Так, ну что ж, готовимся к приему гостей. Ну давайте, бревна. Бревна. Я пробовал за ниндзю играть. Вернее, мне нужно за него доиграть, я уже давно за него начинал. И так и не закончил, даже нормально. А. В общем, у него магия такая короткая, как ты сейчас скажешь. Очень короткая. Опять бревна начались. Так, ну меня какой-то мистер приглашает сыграть в игру. Вау, у меня наконец-то есть кинжал. Какой-то? Мистер Твистер. Знаешь такого? Хочешь к нему? Нет, не хочу. Странно, даже лопаты не было нарисовано. Ну вот, нарисовано. Не, ну здесь. Здесь понятно.
А, так это потому что это для первого игрока тут. А тут для второго, третьего, где-то для четвертого. А, вон как. А, более. Попробуй желудя. Чудовище. Не понравилось. А, ну да. Спасибо. Подобрал. Эй. Это вот так надо копать. Черт. Эй. О, сейчас эти будут. Блин, что не откопал? Ужасное создание. Да, вполне. Особенно в инсейне. Ну, вылезай же. Ой-ой-ой-ой-ой! Что, он немного не увезим? Да. Давай, пока их делаю. Да капец, все, не буду больше копать. Надо хотя бы одного убить. Ну чё? Ау! Ау! Какие они опасны. Один удар сделал, все. Этого даже не бил. Отлично. Сами, наверное, уползают. Да, я собрал. Все, я вернул свои убытки. Какие убытки прям? Счет Скорпиона, не хватало умереть. Это я скорее умру от него. Спасибо, побыстрее подобрал. А не надо от него умирать. Буду с таким здоровьем ходить. А где второй такой? Вот он. То есть они сзади, да, появляются в основном? Видимо, да. Так, ну я первый готов, кстати. Да. Уже пальцы болят. Я не знаю, как уже можно играть дальше. Эй, блин, все-таки потратили только. Я хотел всю пустыню ходить с таким здоровьем. Не вышло. Так, а где? Сейчас этот вылезет. Сейчас даже, наверное, второй вылезет. Ну ладно. Дабы одного подхватит. Ау. А он умер. Здорово. Я всего два раза ударил. Так я сколько бил? А, может мне жрачка взять? Эй. Ну, жрачка. Пусть будет два жрачка. Бог. Ох ты как. Ох ты как. Вот там еще-то один. О, мне что ли пофиг? Тебе на падение пофиг, на урон тебе наносит. Здорово. Поэтому ты не падаешь, но получаешь урон. Пойдет. Да. По-моему, вообще не прикольно. Надо в воде с бутербродом пройти. Давно не смеялся. Что-то дела-то. Да, блин. А, он уже умер, да? Конечно. У тебя надо. Учитывай, как скажешь.
О, боже мой. Вот. Я переиграл. Сколько я там инсейн начал? 13.00 по Московски? Да. То есть я уже 10 часов без перерыва играю. Ты? Ничего себе. Фактически. Кошмар. Решил за мной сначала пойти. Да не, он ко мне. Да не, он за мной пошел, но захватил тебя. Ну и здорово, меньше ждать. Уже начинается. Так, монетки, монетки. Вот еще не хватало, что у меня пришельцы с единицей в ХП подохали. Так оно так и будет, тут обязательно попадешься. Так, монеты, монеты. А че они все умерли тут? Взял. Тебе далеко будет бежать? А мне сейчас не надо? Да? Ты будешь стрелять. Так ты же все равно должен будешь. Типа он тут остановился и тебя бил, да? Да я сам в шоке. Я не знаю, что мы ему плохого сделали, но он решил меня избить. За это. За то, что я так варварски прерываю его. А. Все, не буду подбирать даже. Это очень опасно. На последнем залетел. Нифига себе, как меня. Вот это залетел, так залетел. Да что такое? Мне кажется, все. Кстати, тут должно быть. Ну ладно, одна кабинка, так одна кабинка. Сильно далеко не это. Я бы сейчас еще и не успел. Но, слава богу, есть ты. Так. Сюда, сюда, сюда. Ты че там? Да? И вот. Отведи его сюда, верблюда. Чтоб они не садились. Да что-то неуязвимый ты такой. Начались траты. Ужас. Не будем бить. А чё, можно же. Бежим. Да что такого не получилось у меня? Ау.
нормально. Где он этот убербак? Что ты там пытаешься сделать? Можем вообще наверх выйти, лететь за карту. О, господи. В общем, ясно. Много надо. О, я думал, это ты. Действительно очень похож. Да все серые. Да я даже надо во что-то ярко. Ну, серые, считай. Цвета такие, знаешь. Ах ты. О, как вдарил. Ох, как от души вдарил. Ох, как от души вдарил. Спасибо. Фух. Отлично, лёг. Зато это на тебя заработал. На. Ну, а теперь я разберу. Если на карту выйдем, то мы же не отсюда начнем. Исправляйте. Давай, короче, иди вперед, сейчас забагаем. Что-то получилось. Я что-то не помню. Мы что-то не так сделали, короче. Я хочу их забагать, чтобы их было так много. Давай, ты теперь иди. Буквально один шаг сделал. Кстати, не получается на итоге. Бага-юзер с мусорами. О, можно? А дальше нельзя. Вот их почему-то очень много. Ну, весело. Хотя нет, не очень много. Было валы побольше, да. Да. Ах ты сволочь. Он ты меня что, луком умер, пристрелил. Что-то? Конечно. Вот это да, вот это что у меня так хп-то сразу мало стало. Во-во. Чё они такие больнючие-то? Чё они такие маги? Они же не магичили раньше-то. Так, хорош крутиться. Не те остались. Как-то пролетел. Да что ж ты будешь с ним делать-то? О, отлично, уровень. Монетки. А, у меня тоже теперь надо. Ну ладно. Тут бы забагать, потом играть в волейбол вместе с ними. Я вот посмотрю, побеждаешь игру, да, тебе грамоты уже дают, знаете, тебя бьют. О, у тебя хп нету. Ты в курсе, да, вообще? А, точно. Прикольно. Ну, печально, конечно. Сейчас проиграешь. Никогда так не проигрывал. Как-то еще волейбол. Волейбол тут тоже такой баганый. Да понятно. У меня как-то получилось выскользнуть вон туда, вот в их сторону. Ну это надо комбо делать. И мяч. И мяч за край экрана. За край экрана, короче, выкрутите. И все, я не могу. Все, а какой у меня? 12-й.
прокачали Дефенс. Сейчас узнаем, где мы. Угу, тогда можно было раньше сделать. А, аптечки. Багаем. Да какие аптечки багаем? Если мы будем багать, то никакие аптечки не хотим. Ну, давай даже вот здесь вот. Чтобы наверняка, да? Угу. Еще и опыта получим. Жирафами же пришли, сейчас опыта будет. Как бы босса. Ну прям. Ты долго. Что поделать? Че, меч не взял? Какой меч? Да нафиг он нужен, он у меня есть. С удочкой не ходишь, с мечом не ходишь. Да меч-то не все отнимает. Что такое, что они не багают это? Надо что-то особенное сделать. Да ты резко, наверное, ходил. Надо, наверное, очень. Трем игрокам играть, чтобы один, короче, шел, а двое держали. О! О! Пойдем. Все равно не очень долго. А, еще один. Где он? Че, убил, оказывается? Он монету подлетит. А, я ровно на 100 монет вот это делал. Так ставил. Где там эти маги? А, вот вижу, вижу, вижу. А, о, вот это больно сейчас было. Что? Не сами хорошо понимаю. Да что такое, да что они так много урон приносят? Ну теперь я буду. Да, мало. А дом там никого опять нету. Да. Краем торнадо задевает. А, точно, щит же можно ставить. О, монетка. Надеюсь, сейчас ты нас не убьют. Давай забагаем. Сейчас вылезут все эти лучники, которые до этого вылезали. Вот это забагали. Ух ты! Честно играем. А где тут сеточка-то? А, блин, почти в сухую. А, ничего себе, какая наглота. Он должен забивать. Он скафил. Он на тебя обиделся, подойди. А подойди, что будет? Что будет? Что он вроде обиделся? Ну кажется. О! Все. Окей. Ha ha ha.